Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами студия StarLadder TV, у микрофона Texas, и с сегодняшнего дня мы будем выпускать рубрику «Обзор команд». Начнем с команды ProDota Gaming. В ладдере про серии они занимают первое место. На данный момент в рамках StarLadder команда имеет всего одно поражение при 8 победах. Это поражение они заработали от команды Чапа в 5 раунде 13 сезона про серии. Конечно, это не помешало им дойти до плей-оффа. И показав достойную игру, они занимают почетное первое место. Но состав все же потерпел изменения. На текущий момент состав следующий. В миде Кирилл Sunlight Качинский. В роли суппорта и капитана Евгений Фервиан Аксенов. Второй суппорт это Владимир Роджер Никогасян. Постоянного керри и хардлейнера пока нет. В последних играх на замене играл Ахмо. Из достижений вне StarLadder можно отметить второе место на Hitbox EU Championship, третье и четвертое место на D2CL Christmas Charity Magic и второе место на Hitbox Elite Cup. Свои идеи и пожелания по поводу рубрики пишите в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наши социальные сети, ссылочки в описании. С вами был Texas, пока!